Всем привет! Добро пожаловать! Сейчас буду делать этот торт, не знаю, салат, суши, роллы, как-то он так по-разному везде называется. В общем, я посмотрела несколько рецептов, ну не знаю, там 3-4, и взяла из них то, что мне понравилось больше всего. Да? Что-то из одного рецепта взяла, что-то из другого. Вот, в общем, если это будет вкусно, но я думаю, что это будет вкусно, я рецептика свой оставлю под видео. Значит, у меня здесь рис, 200 грамм риса, 300 грамм воды. После закипания варила 15 минут. 2 листа нори порезала и перемешала. Также здесь еще идет яблочный уксус, но там дальше я уже напишу. Так, творожный сыр. Рыбка. Кстати, рыбка вот эта из Ашана, которая именно вот ашановская, по-моему, каждый день или что-то такое. Не очень хорошая рыбка, она прям разваливается. Я ее не очень красиво у меня получилось ее порезать. Вот, также огурчик. У меня 1,5 средних огурчика, но только без мякоти. Также для украшения я буду использовать немножко креветочек. Вот это вот имбирь. И... кунжут. Кунжутом буду, наверное, половинку только посыплю, потому что у меня муж не любит кунжут. И, значит, я тут приготовила и воду, и ложку, и лопатку, и перчатки. Не знаю, как сейчас у меня будет получаться это собирать. В общем, делаю первый раз. Lovely blue eyes on you. You made me feel so dang good. Yeah, so we slowly turn to something. Yeah, tell me, can you think of one thing that's better than the love that we have? I would love you twice if I could do. No, there's nothing better than you. Everything you do is in slow-mo. You made me feel so good on the low-low. Every time you talk, I don't know, no. Cause all I hear are trumpets and they go. Playing too long on my mind, yeah. It's something I hear when you're not by my side, don't lie. It's something that's playing too long on my mind, yeah. Cause all I do is a forehead over yours for you. No, there's nothing that I'd rather do. Cause everything you do is in slow-mo. You make me feel so good on a low-low. Every time you talk, I don't know, no. Cause all I hear are trumpets and they go. Что, получился у меня вот такой вот салат, ролл, не знаю, как его правильно назвать. Но, честно говоря, я думала, что это будет просто. Но нет, этот рис, который слипшийся, он очень трудно распределяется. Вот, но это мой первый раз. Будем стремиться, буду к совершенству, конечно же. Также мне не очень понравилось, как украшено, потому что не хватает, на самом деле, зеленого или наоборот, знаете... Можно было бы купить, тоже видео видела, икру, там вот это вот летучий как кого-то там. Ну, в общем, красненькое такое, да. Вот, но я думаю, что в любом случае это будет вкусно. Очень плохо распределялся сыр этот тоже, он комковался. Ну, как бы, ну, в общем,
Это не просто. Я ни разу раньше не делала ни салат этот, ни роллы. Теперь мне кажется, что сами роллы крутить гораздо легче, чем вот салат. Ну, не знаю, ролл тоже попробую как-нибудь сделать. В общем, вот так вот у меня получилось. Я убираю его в холодильник, пусть он немножко настоится. Пока тортик у меня настаивается, я поеду съезжу к мамульчике своей. Она меня попросила ее покрасить, волосы покрасить. А у нее сейчас в гостях моя племяшечка. Поиграю с ней, может быть, возьму ее с собой сюда в гости ко мне, для разнообразия, там, с котиком поиграть, не знаю, захочет она или нет, потому что вчера она мне вечером звонила, по видеозвонку, я говорю, приедешь ко мне в гости? Она говорит, нет. Я говорю, ух ты, маленькая засранка. У нее сейчас такая фаза, ее что не спросишь, она говорит, нет. Ну, может быть, сегодня что-нибудь изменится, и она захочет поехать в гости, вот ее возьму. Что-то еще хотела сказать. Я такая думаю, сейчас поеду к маме, там как раз подружка рядом есть, там в соседнем доме. И забыла, что там пивасик открылся, а не подружка, магазин подружка косметики. А я хотела сейчас сухой шампунь купить. Когда была в этом Магнит Косметик, я что-то забыла про сухой шампунь, про этот, да и мне кажется, его там и нету, хотя не знаю. Мне нужен сухой шампунь, потому что я давно его хочу купить, и это вообще очень классная тема. Вот, например, сейчас мне нужно срочно помыть, точнее, не помешало бы помыть волосы, голову, но у меня нет времени. Все под мужа подстраивается, он сегодня раньше приезжает, чтобы он меня забрал, короче, обычно вот работает всегда до 9, сегодня говорит, слава богу, пораньше. Я говорю, хорошо, хоть в чем-то, ладно, в общем, все под мужа, ничего не успеваю. Этот торт тоже побыстрее делала. В общем, выезжаю к мамульчике своей. Хотела вам показать, смотрите, я его достала из формы. Он получился, не очень высокий, прям совсем невысокий. Не надо было мне форму раздвигать свою. Она у меня как раз, по-моему, 14 на 14 и 4,5 высоту. Он бы получился, чуть-чуть повыше. Но, в принципе, на разрезе вроде бы нормально. Думаю, что будет вкусненько. Я, конечно, очень хочу его съесть сейчас, но трудно. Правда трудно, не знаю. Может быть, вы знаете какие-то рецептики, может, кто-то делал какие-то советики, не знаю, лайфхаки. Если делали, то напишите. Это выступление Григория Лепса на прошлогодней премии. Все нормально там? Это последнее, что я получил в своей жизни. Объявляю, что это серьезно. Даю честное слово, что я больше... Скажи всем привет. Скажи привет и ручкой помахай. Я буду приходить ко всем компаниям. Мы не делаем прически. Ну что ж, друзья, в связи с этим мы решили разработать специальный премию гостю. Слышно было. Лучший гостевой исполнитель. Ксюш. Лучшее видео в гостях. Лучший гость на иностранном языке и прорыв в гостях. Футболочку, кстати, вот эту я покупала в Аршане за 100 рублей, по-моему. Интрига сохранится до конца вечера. Но еще больше интриги, от чего ответ. Вы готовы? Встречайте на сцене. Достали мои украшения. Что там, взяла шпильку? Давай. Часы. Что еще есть? А ключи где? Ключи только что-то показывала. Вот, ключи. Что еще тут есть? Показывай. Вот это. Это крем. Крем. Открыть? Открыть? Да. Давай. Ты будешь мазать? Да. Что будешь мазать? Пузо. Пузо будешь мазать? Да. Кому? Мне? Ты хочешь мне пузо мазать? Ну давай, я не против. Давай, я сейчас лягу. Всех помазала кремом? Помазала кремом? Да. Все. Все, хватит? На сегодня хватит, да? Теперь убираться надо, да? Все, гулять. Гулять? Ну это может быть. У нас маникюр. Двумя ручками. Мы передумали и еще раз достали крем. Нет, а размазать-то? Размажь.
Двумя ручками, как маникюр делают. Ну нет, ну не так. Ты так сейчас ты хорошо умеешь, мне да? сделала. Коза идет. Коза идет. Ну что, поиграли, покушали. Чуть без волос я не осталась, конечно. Но зато наигрались. Сейчас хочу сделать вот такую масочку. Очень классная масочка для, для зимы. Очень круто она увлажняет и очень классно пахнет. Вообще это, по-моему, насколько да, это ночная маска. Ну да, в принципе, я ее на ночь наношу. Вот, но, собственно, я ее и не на вечер наношу. Всегда по-разному. То есть это от iPure. Ну, вот так вот. Правда, она ни разу не бюджетная. Пахнет вкусно. Ни разу не бюджетная. По-моему, рублей 400, что ли, или 300 там с чем-то она стоит. Вот. И в подружке я ее покупала. Вот, ну, масочка вообще, я прям, знаете, так экономлю. Ее прям тонким слоем нанесу. Он половину все впитается. Сейчас кожа такая сухая. Уже начались, ну, не снег, а просто прохладно уже на улице, и кожа сохнет. У меня, по крайней мере, экономия должна быть экономной. Так, что по поводу торта? Торт оказался вкусным. Мы его за раз, как бы на троих, и съели. Вот, потому что брат же еще был, ну, с племяшечкой. Это не одну я ее взяла, естественно. Вот. Мне даже муж сказал, что как бы вкусно. А что ты раньше такое не делала? Я такая, блин, зря сделала. Придется теперь делать. Но он у меня просто, я к тому, что он у меня суши вообще, ну, не любитель. То есть, если я, лучше, если что-то мы заказываем, я закажу себе суши. Вот, а он такое, знаете, там что-то с мясом. Вот, или там булки какие-то, чебуреки, ну, вот что-то такое. Вот, единственный момент, риса, кстати, не надо больше, прям вот, ну, оставлю рецептик, риса больше не надо, вот прям, знаете, таким тоненьким слоем, потому что у меня здесь ее чуть-чуть, когда в подружку попаду, я не знаю. Риса больше не надо, да, просто я ее, наверное, неравномерно распределила, вот, и единственный момент, когда готовишь дома, знаете, для своих, я бы рыбки побольше добавила. Вот, ну, в следующий раз я так и сделаю, когда уж сама засолю себе рыбку. Так, конечно же, я не засолила, потому что мне надо ехать там в магазин вот этот, он как бы, ну, не близко находится, чтобы купить рыбку и засолить. Так, сейчас похожу, немножко питается, как крем, короче, нанесла тоненьким слоем. Вот. Масочку смыла, в общем, масочка просто огонь. Я даже крем никакой не буду наносить, потому что прям вот напитанная такая, увлажненная кожа, прям вот, прям классно. Кот меня второй раз дурит за сегодняшний день. Прыгает в ванну, типа, пить хочу, включай. Я вот включаю ему, и вот он смотрит, как водичка течет, очень ему интересно. В общем, буду заканчивать на этом видео. Всем пока-пока, хорошего настроения, не забудьте про лайки. Ты будешь пить? А что я включила тогда?